Митрополит Одесский Измаильский Агафангел совершил великое освящение Свято-Покровского храма в селе Курисово. Владыке сослужили викарий Одесской епархии архиепископ Южнинский Диодор и духовенство Южнинского Благочиния. Свидетелями исторического для прихода события стали наши коллеги. По завершении чина освящения храма была отслужена торжественная божественная литургия. Зачем нужно освящать храм, как человек в таинствах крещения и миропомазания совлекает себя ветхого человека, освящается, становится частичкой духовного тела церкви, то есть совершенно новым человеком, христианином, так и здание становится храмом, местом особого присутствия Божия на земле только после его освящения. Храмы Божии освящаются по особому чину. Через помазание стен икон святым миром, через которые призывается благодать Божья, и оживают эти стены, и храм становится источником новой благодатной жизни, источая многоценные милости мира и чудес неисчерпаемое море. В своем архипастырском слове владыка Агафангел заметил значимость храма Божьего в жизни современного человека. Храм Божий – это дом Божий, это дом молитвы, милосердия. В храме Божьем мы встречаемся друг с другом, встречаемся с Богом. Сюда приносим мы свои скорби и переживания. С храмом Божиим мы связываем надежду на то, что Господь, основатель нашей церкви, который кровью своей основал ее, и эта церковь совершает и будет совершать свою надвременную миссию, несмотря на новые гонения и испытания. Также владыка-митрополит высоко оценил труды настоятеля протоиерея Николая Сикоры по восстановлению и украшению этого прекрасного храма.